вами канал Омупи Ледибаг. Сегодня я сделал прическу для Джессики. И это видео на конкурс канала Омупи Флаттершай. Так, наша поняшка. Разделяем волосы на две части. Так. Работаем с этой частью. Тут работать почти не надо. Так, разделяем еще на две части. Вот. Таким образом. Вот эти две части с любой стороны. Так вот закручиваем. Вот так. И обматываем вокруг головы. У нас получается так. Вот эта прядка у нас остается. Так вот остается и закрепляем все это резиночкой. Я вот такой вот резиночкой закрепляю. Странный даже немного. Ну, короче, сейчас закреплю на паузе. У нас получилась такая причесочка. Я еще тут вокруг круга сделала. Ну, короче, такая вот прическа. Надеюсь, ты примешь. Ладно, всем пока. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Я вас всех люблю. Пока-пока.